от пациента, головные боли в течение месяца, не принимал лекарства, боль перешла в область переносицы. Консультативное заключение по представленным МР-томограммам пациента 29 лет, дата исследования, 28 июня 2022 года, область исследования, МР-венография головного мозга при МР-ангиографии вен головного мозга, выполненной в режиме S3D ПКА Sinus, обращает на себя внимание правый поперечный венозный синус, в медиальной его части, на протяжении его диаметр сужен до 3,2 мм, в остальных отделах, диаметр до 7,1 мм. В остальном вены и синусы головного мозга обычные по диаметру и интенсивности МР-сигнала. Аневризм, артерия венозных мальформаций, признаков окклюзии и патологической извитости вен головного мозга не выявлено. Заключение: МР — признаки локального снижения кровотока по правому поперечному синусу, тромбоз, участок гипоплазии. Рекомендована консультация невролога. 28 сентября 2022 года, доцент кафедры К.М.Н. Котов М.А. Заключение не является окончательным диагнозом и должно оцениваться лечащим врачом вместе с результатами других исследований и клиническими данными. Комментарий врача-рентгенолога: в правом поперечном венозном синусе у вас есть участок сниженного кровотока, как правило, причиной этого является тромбоз или врожденное уменьшение его диаметра, гипоплазия. Чтобы более точно сказать, что это, обычно делают дополнительные программы на МРТ, но у вас этого нет. Для прояснения ситуации лучше всего сделать КТ-венографию с контрастным усилением. Это сужение сосуда нарушает венозный отток крови от головы и может быть причиной головных болей. Вам нужно проконсультироваться у невролога.